Дорогие наши друзья, коллеги, родные, близкие, так как в 2014 году мы побывали в 10 странах, то этот год не стал исключением. И мы решили провести его вдали от нашей родины. Юлия. Привет вам с нашего новогоднего путешествия по странам Турция, Швейцария, Италия, Лихтенштейн и Египет. Конечно, мы не могли обойти поздравлением каждого из вас, наши любимые. Мы с вами на пороге нового 2015 года. Сейчас преимущественно в каждом доме праздничное настроение и совершенно особая атмосфера. Провожая старый год, мы вспоминаем ее в радостные и грустные моменты и надеемся, что следующий год будет хорошим и удачным для каждого из нас. Новогодняя ночь, вне зависимости от нашего и вашего местоположения, это время, когда мы все по-особенному осознаем, как все мы близки. Поддержка близких и понимание друзей всегда придают нам уверенности в себе, стремление давать больше, чем получили. Этот праздник наполнен особой теплотой и искренностью. Давайте пожелаем друг другу любви и счастья. В конце минувшего года пришлось столкнуться с некоторыми проблемами. Мы говорим о крахе некоторых туристических фирм, скачке валют. Но мы с оптимизмом смотрим в будущее и искренне верим в удачу и успех. Желаем вам счастья и здоровья. Пусть в каждом доме будет много радости, в каждой семье царит согласие и благополучие. Пусть исполнится все самое сокровенное. С новым 2015 годом, друзья! Услышав, увидев данное обращение, вы считаетесь поздравленным, ибо нам дорого, да и лень писать смс и так далее.